обзоре мы рассмотрим монитор Philips, диагональ дисплея которого составляет 23,6 дюйма. Тип матрицы TN плюс Film, а соотношение сторон 16:9 при разрешении Full HD 1920 на 1080. Время реакции матрицы 5 миллисекунд. Яркость дисплея составляет 300 кадел на метр квадратный, а контрастность 25 тысяч к 1. Углы обзора горизонтальный и вертикальный 176 и 170 градусов соответственно. Потребляемая мощность менее 30 Вт, а в режиме ожидания менее 0,5 Вт. Интерфейсы подключения данного монитора DVI и VGA. Также имеется опция крепления на стену VESA 100 на 100 мм. Вес данного монитора составляет почти 5,5 кг. Также возможны варианты регулировки наклона монитора вперед на 5 градусов и назад на 20 градусов. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.